Dash. Теперь, но говорит Рамбам, да, но говорит Рамбам, несмотря на то, что это можно, евреи приняли, что они это не броют. Вафаль пишет мутар, ло наагу Исраэль ашхито, эле егалех кецато, ачелу якев ахила уштия. Поэтому, несмотря на то, что можно это брить лезвием, мы лицо лезвием вообще не трогаем. Даже там, где можно, а просто он его постригет, пусть, чтобы не мешал ему кушать, чтобы не было совсем не были совсем длинные усы. И заключение Аллаха на сегодня говорит Рамбам так. Ха-аварат ха-сеар миш-ара гуфки гон бета-шехи увет айрва эно асур мина тора эле мидбре суфрим. Убрать волосы с других мест своего тела, например, подмышками или в скромных местах, не запрещено по Торе, но запрещено мудрецами. Ва-мавиро макино то макат мардут. И тот, кто убирает волосы у себя в таких местах, его бьют по указанию мудрецов. Баме дворим амурим бемаком шеэн маавирин ото эля нашим, где шело енатек ацмо, где шело итакен ацмо тикун нашим. Когда, говорит Рамбам, это действует в том месте, где эти волосы убирают только женщины, чтобы мужчина не вел себя как женщина. Авар бемаком шеэмаавирин асеар анашим ваанашим им эвир эн макин ото. Умутал авир сеар шел шар эварим бемиспараем бехол маком. Но в том месте, где мужчины и женщины это чистят, если он почистил, то его не наказывают, его не бьют. А волосы под мышками, мы говорим. Машинка, теперь дальше он говорит, но в любом месте, это мы говорим про лезвие, но в любом месте, где он убрал миспараем, это ножницы, или сегодня это машинки, то это разрешается. Я был недавно на уроке Рафтахана, он сказал, что в наше время это поменялось. Сегодня и мужчины, и женщины эти волосы убирают. Поэтому, говорит, сегодня в наши дни это алаха как бы поменялось, и это разрешается и мужчинам, и женщинам тоже. А эти мужчины, которые брови делают? Неправильно делают. То, я не знаю, сегодня, может быть, тоже, сегодня все поменялось, но обычно это делают женщины. Но сегодня в Америке мужчины тоже делают, то надо спросить у посека, если это... Но это неправильно, а? Да, я слышал, кто-то сказал, тоже нельзя, это по-женски. Это неправильно, да. А бороду красить, а удрал, если... Красить мужчинам волосы нельзя. Гой же делают краску, не еврей, гой же делают. А гой делают, то надо спросить у посека, если можно теперь евреям, так как гои красят свою краску, то... Да, сейчас Аллаха как сказал, если здесь и мужчины, и женщины это делают, значит можно. Но здесь красить волосы тоже мужчины и женщины. Но это все-таки, это видно, это не видно. Это одно, это другое, это не совсем точно подходит. טוב, נא נתפסית ופוסקה. נא יתם וזכון של חוק לישראל נסירות נפרדו, פרשת מיקץ, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.